Добрый день, зрители моего канала. Ну вот и настала у нас настоящая осень в Москве. С холодами, дождями. Все уже утеплились. Ники только один нас и не утеплился. Надо тоже уже костюмчик одевать, Никусь. Скоро тебе уже утепляться. Небо пасмурное, солнца нету. Бабье лето у нас закончилось, которое длилось достаточно долго в этом году. Весь сентябрь и немного октябрь было очень тепло, что очень радовало. Но осень все равно должна быть осенью, поэтому начались дождики, похолодало. Но у природы нет плохой погоды, как я всегда люблю говорить. Поэтому и жара надоедает. Поэтому все хорошо. Гуляем, наслаждаемся прекрасной погодой осенней. Середина октября уже. И уже совсем скоро Новый год. В некоторых магазинах уже продают елочные украшения. Елки стоят даже уже наряженные. Что безумно поднимает настроение.